картинке, как нарисовано красивое поле, целая куча ангара, что вот-вот это все заработает, а тем не менее уже прошло около 10 лет, наверное, занимаясь этим промпарком, и предприятий пока не так уж и много, то есть буквально несколько появились, понятное дело, что сейчас время сложное и так далее, что, может быть, в дальнейшем они все-таки будут появляться, но я бы хотел просто сравнить вот эти вот огромные инвестиции, которые вкладываются со стороны государства, вливаются, можно сказать, вкачиваются, точно так же, как там Эстония НР вкачивает, да, сейчас вкачиваются в эти промпарки миллионы, и выход, результат не очень-то хороший, как мы видим. Например, в Нарве есть такой промпарк, где мы были буквально вчера, полдня провели, промпарк Накра. Руководит там такой Александр Брок, есть такой предприниматель местный, очень активный, и он начал заниматься этим промпарком, он даже не называл это промпарком, не знал, как назвать, это был когда-то завод по производству кожи.